Расим Мамедович много времени проводит на своем дачном участке. Даже зимой мужчина обычно ездит туда через день. Но в феврале пропустил 3 недели. И, приехав на огород после очередного отсутствия, мужчина обнаружил, что на его участке кто-то побывал. Были вскрыты двери, значит, в сарайку, где хранится весь инструмент, оборудование, там, ну, все необходимое для работы на огороде. Вот, и также дверь в домик. Ну, там ничего не тронуто, естественно, в домике. Я как зашел в сарайку и сразу обнаружил, что все пропало, очень много оборудования. Вот. Бензопила, бензокосилка, вот триммер, точила, набор ключей. Сразу же мужчина обратился в полицию и дал показания. Место происшествия осмотрели. Быстро появились зацепки. Спустя неделю Расиму Мамедовичу позвонили и пригласили в УВД еще раз. Потом потерпевшему сообщили, что две вещи уже изъяты. Хочу сказать то, что я очень-очень благодарен. Вот. И конкретно следователю Козлову вот, за оперативную работу. Вот. Ну и, в общем, за работу всей этой нашей системы МВД. Каждый год Сарове регистрируют кражи с огородов. Обычно они происходят в теплое время года, когда наступает дачный сезон. Раскрываемость таких преступлений в среднем 30%. Полицейские делают свою работу, но и гражданам не стоит терять бдительность и позаботиться о сохранности своих вещей. Места для хранения на садоводческих участках оборудовать соответствующими запорными устройствами, чтобы можно нельзя было быстро открыть, потом окна оборудовать решетками соответствующими. Если хранится дорогостоящее имущество, то есть смысл потратиться на оборудование и подключение охраны, сигнализации. Также можно совместно с соседями оборудовать проезды видеонаблюдением. Оно нередко помогает полицейским раскрывать кражи. Перед длительным отъездом или после завершения дачного сезона правоохранители рекомендуют забрать ценные вещи с собой и хранить их дома. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.